Дорогие облигорцы, у одного человека случилась как бы неприятность. Давайте выслушаем Алексея и поможем ему. Друзья, здравствуйте. Я родился на Углегорске последние полгода. Путешествую по острову, делаю книгу, пишу, снимаю фотографии про Сахалин. 9 ноября в 11 часов на остановке автовокзала потерял сумку синюю с ноутбуком, в которой были все рабочие материалы за последние 10 лет, в том числе и за последние полгода очень много материалов про Сахалин, много снимков, текстовые какие-то записки. Очень прошу нашедших вернуть сумку за вознаграждение, очень ценные для меня материалы там содержатся. Алексей, я думаю, если вот углегорцы, кто нашел эту сумку, вернут, вы, наверное, в своих рассказах этот случай опишите, да? То есть, что здесь живут достойные и честные люди. Я в этом даже не сомневаюсь, что это так. Что вернут, да? Все, контакты ваши оставляем. Спасибо.